говорить о том, что произойдет такая же ситуация, как и в 2015 году, сейчас пока рано. Как бороться с последствиями паводка? Уже проведены комиссии по чрезвычайным ситуациям во всех муниципальных районах. Насколько быстро сотрудники МЧС готовы оказать помощь пострадавшим? Население будет оповещено и выведено заблаговременно в безопасный район. Чем грозит региону пожароопасный период? Мы будем выставлять дополнительную резервную технику и пожарных спасателей для того, чтобы дополнительно обеспечить меры безопасности. Начальник Омского управления МЧС России Владимир Корбут в прямом эфире ответит на ваши вопросы в программе «Власть. Прямой разговор» во вторник в 19:15 на 12-м канале.